He's looking through the wall and says, okay, this looks like Greek, and that looks like Russian. This is Roman. Then organ is German, and then he was trying to find something Spanish, but... Часто приходится играть с оркестром?
Вам часто приходится аккомпанировать гитаре? Нет. К сожалению, не часто. Были у меня несколько концертов, где я аккомпанировал гитары. А такой именно прямо большой концерт с 4 разными произведениями нет. Это было впервые. Например, у нас, то есть в Латинской Америке, гитара — это такой же инструмент, как скрипка, как фортепиано. Надо сказать, что лично я обожаю гитару. То есть для меня в любом случае это удовольствие. Вот. И, конечно, в репертуаре гитары нету таких, может быть, столько произведений, как для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром, наверное, да? Но как раз я думаю, что идет сейчас некое такое изменение, может быть, в сознании, что это такой же концертный инструмент. Ну что, вот и приближается финишная прямая нашего фестиваля. Завтра праздник продолжится. А также завтра праздник закончится. Завтра будет заключительный гала-концерт, где практически все участники фестиваля, кроме дуэта Katana Twins, выступят на этой сцене, на сцене зала Чайковского. Так что приходите, и будем вместе наслаждаться хорошей музыкой, выдающимися исполнителями и, конечно же, гитарой. Так что ждем вас завтра на заключительном концерте 7-го международного фестиваля «Виртуозы гитары». Пока!